Я говорить особо не буду. Я вот первый раз я в Днепровке на собрании, я был по другим селам на собрании. Там единогласно люди против этой войны, это во-первых. И против того, чтобы убивать наш народ, Донецкий и Луганский. Это наши люди, такие же, они как... Я хочу предложить, кто хочет высказаться против этого всего, как говорят мне, там наркоманы и бандиты. Там, блядь, живут у всех родственники. Что это такое? А Американ же здесь президент сам вчера лично сказал, этот Обама черный, сука. Сказал, что мы поддержали переворот в Украине. Мы поддержали его. А мы давайте поддерживать, идти своих же убивать. Будем такими же черножопыми и черноротыми.